Всем привет! Вы на канале Valdis Life. И сегодня нет, не очередная проверка лайфхаков. Скорее всего, экспериментальный видеоролик будет. Собственно, в чем он заключается? Замысел его в том, что я хочу в домашних условиях повторить тот самый всеми любимый боксмастер из KFC. Ладно, не буду говорить за всех, но я обожаю этот боксмастер, и поэтому сегодня я решил сделать его дома. Собственно, что нам для этого надо? Масло, кукурузные хлопья, яйца, курица, помидор, салат, картофель, соль, сметана, майонез, чеснок, ну и терочка. Упустил самое главное. Это вот такой лаваш, он продается в Магните. Вот, стоит 85 рублей, скотина. Что мы будем делать? Даже не знаю, с чего начать. Наверное, я начну с самого главного ингредиента в KFC. Это с курочки. Мы взяли вот такие грудки. Выглядят они вот так. Такие вот свеженькие, вкусненькие. Вот, что мы с ними делаем? Мы их нарезали на полосочки. И задача сделать из них те самые стрипсы. Ну, или сказать русским языком, русским поведением, я не знаю, это не русский язык по-любому, это американский, английский, да неважно. В общем, делаем наггетсы, простонародье. Для наггетсов нам потребуется хлопья. Хлопья здесь участвуют в виде панировки, ну и яйцо, как обычно, чтобы это все прилипло, конечно же, на курицу. Затем мы натрем картофель, чтобы было что-то вот такое. Трем мы на вот этой стороне терочки нашей, не на крупные, а на вот этой. Чтобы получилось вот такое. Это нужно для драника. Там присутствует драник в этом боксмастере. Вот. Ну и сметана, майонезно-чесночный соус. В принципе, как и в шаурме, в обычной, как мы привыкли уже кушать. Вот, тоже смешивается сметана, майонез в равных пропорциях и добавляется чеснок по вкусу. Я люблю чеснок, я добавляю много чеснока, много. Ну и соль, перец по вкусу, это каждый уже сам. Не помню, сказал ли я про помидор с салатом. Нужны листики салата и помидор еще, это обязательно, без этого никак. Вот, собственно, все у нас есть, мы готовы, мы можем начинать. Погнали! Вот такие стрипсики получились. Это там уже. Вот. Следующие драники. Так как делаем для себя, менять масло не стали. Ну все, как пожарятся дранички, перейдем к сборочке. После того, как все пожарили, делаем сметанно-майонезно-чесночный соус. Начинаем с чеснока, не знаю, но вы можете с майонеза, я с чеснока. Натираем на меленькой терочке, на которой драники делали. Так, готово. Быстро, четко делаем. Да, наверное, работникам все же попроще делается. Затем сметана. Сметана обычная, цена, по-моему, 45 рублей. Так, ну где-то 50 на 50, наверное. Ну вот, наверное, столько. Я вот не любитель сметаны, я ее не ем. Вообще, не знал вкуса до 27 лет. Не знал вкуса сметаны, представляете? Пока не купили шавуху со сметаной. На сметане, как... В общем, как-то так. Вот, майонеза выдавили, все это перемешиваем. Сюда же мы добавляем соль, перец, все по вкусу, без понтов. Вот насчет соли я, конечно, хз, сколько ее. Немножко подсолили, подперчили. Я не понимаю. О, чеснока, бля! Нормально прям самое то.
Итак, ставим наш гриль греться. Берем лепешечку. Так, слушай, они маленькие. Ладно. Для вас прошла секунда, для нас час, и мы взяли лепешечки побольше. Ну, чтобы понимали, насколько. Иначе у нас получится не боксмастер, а херня вот такого размера какая-то. Итак, передаю управление в хрупкие ручки моей жены. Она сделает просто это лучше, чем я. Ну чем не KFC, ребята? А кто самый главный это дегустатор? Я. Блин, красота. Ну, единственное, что вот салата много листьев. Сейчас по шапке получишь. Ну. Прям сейчас воздуха наберу. Подведем итог. Дома можно сделать, но вкус будет не такой. Я даже не знаю, где теперь вкуснее, дома или там. Это вкусно. Однозначно это вкусно. Но я что, я хвалю свою жену, она большая молодец, что умеет делать такие штуки. А это вот вполне себе, знаете, так раз в месяц вместо поездки в KFC можно сделать. Тем более для нас KFC 250 километров от нашего города находится. Так что немножечко затруднительно. Вот. Ну, желаю вам всем приятного аппетита, здоровья, счастья. Что-то я как будто с днем рождения кого-то поздравляю. Ну да ладно. Вы были на канале Валдис Лайф. С вами был Валдис. Это была рубрика «Эксперименты». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока!